Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с художниками, их работами, автобиографией. Класс Корнелис Зунт Моэ Яарт. Авторитетный голландский художник, католик, следовал за Рембрандтом в использовании красного мела. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в 1592 году. Считается, что в молодости он ездил в Италию, чтобы увидеть и приобщиться к ее искусству. В 25 лет женился на Гретье Класс. Моэрт нарисовал множество библейских и мифологических сцен, а также спроектировал триумфальную арку Амстердама к прибытию Марии Медичи. Моэрт был очень богатым человеком, у него было трое детей, двое из которых были умственно отсталыми, и они заботились в его собственном доме. Моэрт написал множество картин на библейские и мифологические сюжеты, писал также идиллические итальянские пейзажи и портреты. Был состоятельным человеком, владел частью предприятия торговца произведениями искусства, который помогал начинать карьеру Рембрандту. Как и многие другие голландские художники, много уделял внимания сюжетам из книг Ветхого Завета, которые в то время имели для голландцев, боровшихся за свою независимость, особую актуальность. Моэрт в течение многих лет был комиссионером театра Ван Кампена. В Санкт-Петербургском Эрмитаже имеется 5 картин этого художника. Николас Берхем, Соломон Конинг, Яков ван дер Дос и Ян Баптист Уникс были его учениками. Умер Моэрт в 1655 году. Вот такие данные, данных немного о авторитетном голландском художнике-католике, который следовал за Рембрандтом в использовании красного мела. Класс Корнелис Зунт Моэ Яарт. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.